Созданная в 1993 году структура объявила бой организованной преступности в 90-е боевикам в 2000-х, выполняя сложные задания и сейчас. Специальный отряд быстрого реагирования «Скала» 30 лет стоит на страже безопасности. Для этих бойцов не существует разницы между мирным и военным временем, но самые тяжелые страницы в истории подразделения – командировки в горячие точки. Чечня, Грозный в 95-м, конфликт под Комсомольским и еще сотни мест. Преступность, она взвыла после того, когда начал работать региональное управление, УРБ называли там по-разному каждый период. Но когда эти бойцы, бойцы СОБРа, силовая поддержка РУБОПа, начали ломать эту преступность. И только благодаря вот этим бойцам, вот этим ветеранам, огромное спасибо говорит вся страна. Только за последние 3 года в ходе спецоперации они изъяли больше 80 единиц огнестрельного оружия и больше 5000 боеприпасов, а еще свыше 20 килограммов наркотиков и почти вдвое больше взрывчатки. СОБР действительно прошел непростые испытания. Была потом и вторая кампания, были и другие моменты. И сегодня вы решаете задачи по графику. За ленточкой. Я что вам хочу сказать? Ваша выучка и героизм, их не надо доказывать. Они доказаны ветеранами, они доказаны сегодня вашими делами. Чтобы поздравить сотрудников СОБРа с юбилеем, творческий коллектив «Войск правопорядка» представил вниманию зрителей многожанровую концертную программу, рассчитанную на все возрастные категории от молодежи до ветеранов. Более 30 артистов, хора, танцоров подарили сотрудникам Росгвардии свои лучшие творческие номера. Это тот самый редкий момент, когда бойцы могут отдохнуть и отвлечься от боевых задач. Дмитрий Дроздов, «День с толком».